Друзья, всем привет! Мы находимся у торгового центра Террасити. Сегодня 22 декабря 2019 года. Предрождественское гуляние, так скажем, предновогоднее. Посмотрите, как все украшено. Как все красиво. Горит и сияет. Торговый центр великолепен в своем украшении. По вечерам здесь выступают артисты, но уже поздно, и они уже прекратили свое выступление. А вот сделана ярмарка. Новогодняя рождественская ярмарка. И вот сама елка. Посмотрите, какая красота, как красиво украшен торговый центр Террасити. Домик Элфити. Заходим, посмотрим, что здесь. Итак, в торговом центре Террасити домик Элфити премиальной линейки. Поэтому цены здесь не низкие. К примеру, вот эта куртка 1619 лир. Если вам нужны более демократичные цены по Хилфигеру, то за этим лучше ехать в Дипо Аутлет, Нова Фонталия. Кроссовки 779 лир. Нет, стрявки пока не будут. Футболка. Давайте посмотрим, футболка 319 лир. Скидок особых нет. Ну все, пойдемте в другой отдел. Друзья, мы находимся в торговом центре Марк Анталия. И вкратце вам покажу, как он украшен на новогодние праздники. Вот у нас Кирюшка стоит. Кирюша, помахай ручкой. О, динозаврик какой, да? Кирюша, динозаврик? Здесь стоит елочка. Большая, высокая. Выше первого этажа поднимается. Медведь белый, пингвины, подарки. Люди очень любят фотографироваться на фоне этого. Вот, кстати, сейчас вы даже это видите. Мама фотографирует своего ребенка. Вкратце покажу вам скидки, кругом Индирим, на новогодние праздники Саат-Саат часы, Коллизион, сейл 50%, Эмма Оптик идет дальше, здесь у нас LC Вайкики там, Хим, Индирим 50% в Химе, Катон. Везде Индирим скидки. Друзья, всем привет! Я нахожусь на остановке перед Террасити.
Сегодня у нас 27 декабря 2019 года. Погода ясная, солнечная. Чистое небо, солнце, фонтан. Перед террасите греются собачки. Да, собачки. Да. Посмотрите, как их тут много. Вот они какие красавцы. Лежат. Ай, ты красивая. Да. Разыгрывается автомобиль BMW. И вот так вот украшен на Новый год Марк Анталия. Кому-то повезет, кто-то выиграет этот золотой BMW. 2020 год. К нам мчится. Сегодня, как я уже сказал, 27 декабря, день недели, пятница. А по пятницам, прямо напротив торгового центра Марк Анталия, вот за этим парком проходит базар. Пятничный базар. Прямо за этим парком стоит мечеть, но за мечеть ходить не надо. Вот здесь вот по этой улице проходите вперед, буквально вот до следующего дома. Жена предлагает пойти купить ягоды. Поэтому свернули сюда. На базарах всегда все очень дешево. Фрукты, овощи просто за копейки. Сейчас посмотрим. Мераба. Еще зимние продают. Вот, завал, это все за копейки. Вот все, что вот так куча навалено, это за копейки продают. Вот, все по 5 лир. Смотри, черное, это что там лежит? Маслины? Торговые ряды идут. Постельная. О, зелень. Оливковое масло, орехи. А мне кадар. Не пробовал, нельзя. Не принято. Тебе масло надо? Нет, а инжир хочу попробовать. Просто не покупать. Оно мутное. Каштаны. 15-16 лир. Лариса, Лариса, иди сюда. Посмотри. О, натуральная баранья шкура, и в ней сыр выдерживается. Ты же когда-то пробовала такое? Попробуй. А тест можно? Попробуй. Оригиналь. Оригиналь, да. Вот это натуральная баранья шкура. В нее заворачивается молоко и скашивается, да. И вот все получается. Тест. Тест. Вот пробуй. А я знаю. Ну, брынза. О, вот видишь, как делают. Спасибо. Ташикюр. Будешь покупать? Нет. Не понял. Гранаты 3,50. Попробуй. Покупай. Бананы.
Мы, Аня, нам рано гранату покупать. Я хочу есть. А, сейчас купить? Ну, давай. Купили гранаты. Лариса пробует. Каштан. Каштаны. Ну как, ощущения? Что, все? Ну, между картошкой и орехом. Да, да. Ну что, дальше пройдем? Ну, может, будет, может, нет. Вон тыква, смотри, какая красивая. Просто изумительная тыква. Грибы, смотри. Шампиньоны, вешенки. Вот. Я всегда хотела фиджики готовить. Брокколи. А вот синяя морковь 4 лиры. Вот синяя морковь 4 лиры. Возьми себе на пробу. Домой. Ну, нет. Я вот. Имбирь 35 лир. Лимоны. 4 лиры за килограмм. Мандарины. Каштаны 1,5 лиры. Яблоки. Аня. 5 лир. Авокадо большое, маленькое авокадо. 5 лир. 10 лир 5 штук. Маленькое авокадо. О, какие 10 лир 5 штук. Они без косточек или с косточками? Так, вон сколько? Ты заплатила? Нет, у меня нет денег. О, не кричи. Так, сколько надо? 10? 10 лир. Интересно. Что, берем? 5 лир. Ну, это производство. Бери. Сколько? Сколько стоит? Я не поняла. Некогда. А сколько? Один? Сколько? 6 лет. Ну давайте. 5 лир. Ну ладно, 6. Купили из корицы вот такие изделия с корицей, булочки с корицей. 3. А чё, почему он сделал? Он даже за 6,5, что ли, нам продал? Ну ладно. А вот обвинь колесо. Все. Сейчас. Вот. Хурма очень вкусная, Ларис. Сейчас купим хурму, я... Хурму возьми, она очень вкусная. Она очень вкусная. Она мягкая. Так она и вкусная. Ням-ням. Это за полкило. 7 лир, полкило. Ай. Смотри, Ларис, килограмм 14 лир. Я говорю, что вот килограмм 80 рублей. Да. Ну да, примерно, да? Да. 77-80. Капуста различная, репа, редис, морковь, зелень, шпинат. Лук. Мераба. Мераба. Пекмезы. 3 лиры. Шекерки стоят. Вон маленькие лимончики. Мераба. Лук. Перец, 3 лиры, 4 красные, баклажаны по 3 лиры, огурцы 2,50, помидоры, мед, мандарины, расвал целый, лимонов расвал, виноград очень крупный, прямо очень крупные ягоды, вот на уровне моей руки, крупные ягоды, киви крупные, клубника, клубника очень сочная, самая сказка. А вот это возьмем, и клубнику я сейчас выберу. Ананасы. Пардон?
Ананасы порезаны уже. Торговый центр Марк Анталия вечером. Полюбуйтесь подсветкой вечерней.